Привет всем, с вами я, Волочишевский, и да, наконец-то я распаковываю Samsung Galaxy S5. Коробка выглядит в принципе так же, как и у прошлогоднего флагмана. В частности, у меня версия на 16 гигабайт с процессором Exynos Octa 8-ядерным. И также, если говорить о цвете, то в белом цвете. Что ж, не буду томить, давайте сразу же посмотрим, что там находится внутри, и внимательно разглядим и посмотрим на само устройство. Вот он, этот Galaxy S5, и достать его вот так вот, просто взять достать не получится, придется переворачивать коробочку, и о нем я чуть попозже. Сначала посмотрим на комплектацию. Так, из комплектации есть какая-то бумага, также дополнительно это пособие потребителя, краткое руководство и гарантия. Плюс о некоторых аксессуарах рассказывается, в частности, которые есть к этому смартфону и вообще ко всем смартфонам Samsung. И клавиатуры, и каверы, и док-станции, и так далее. Но это тоже нам, в принципе, не особо интересно. Далее, адаптер питания, белый. Ну, такой обычный, симпатичный, по стандарту Samsung, ничего особенного. Также наушники, скорее всего, это наушники гарнитура, а и не скорее всего, а это именно они. Да, действительно, это гарнитура с кнопкой ответа и также регулировкой громкости. Что касается самих наушников, то выглядят они симпатично. Я бы сказал, что как для стоковых наушников в премиум смартфоне неплохо, плюс дополнительные насадки для ушей. Также в комплекте идет микро-USB. К сожалению, версии 2.0, несмотря на то, что разъем в Samsung идет 3.0, было бы логично. Вот, но, к сожалению, идет только один на 2.0. Ну, обычный, качественный, неплохой. И да, теперь наступил момент, когда можно снимать пленочку с экрана. И вот он, Samsung Galaxy S5. На обратной стороне выглядит он весьма симпатично. Эти пырышки-пупырышки, все как надо. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть. На обратной стороне мы имеем основную камеру, а также датчик пульса и вспышку, логотип Samsung. И снизу один единственный динамик. По правой стороне идет кнопка включения, а также отверстие для открытия задней крышки устройства. По левой стороне идет только регулировка громкости. Снизу, кроме микрофона для разговоров, идет микро-USB 2.0 и 3.0. То есть можно и 2.0 вставить сюда, вот только в эту, или же 3.0 для более скоростной передачи данных. Он есть, к сожалению, самого шнура нету. И закрывается все это заглушкой, если вы планируете погружать устройство в воду или вообще просто для красоты дизайна. На передней части сверху традиционно динамик, фронтальная камера по правой стороне и также датчики освещения и приближения. В нижней части посередине идет одна механическая кнопка, а также две сенсорные слева и справа, которые подсвечиваются при нажатии. Во внутренней части крышки по определенному контуру идет прорезиненная стена, можно так сказать, как Великая Китайская стена, которая не позволяет воде проникать к аккумулятору и вообще самой плате, то есть когда закрываешь. Во внутренней части смартфон выглядит, можно сказать, как обычно. Динамик, который не прикрыт крышкой, вот выглядит так. Аккумулятор, который на 2800 мА. Разъем для карт памяти до 128 гигабайт, разъем для микросим. Также есть еще вот такие коннекторы, это если заднюю крышку подключать с возможностью беспроводной зарядки, есть возможность подключения как бы этих аксессуаров, и смартфон будет заряжаться без проводов, это тоже защищено от воды, влаги, попадания. И теперь самое интересное, это его Full HD 5.1 Super AMOLED дисплей с крутыми углами обзора и с огромнейшей яркостью и невероятной контрастностью. Дисплей действительно крутой, я прям, ну, очень аж впечатлен, мягко говоря, этим крутым дисплеем. И вообще, я, если честно, даже впечатлен самим смартфоном.
по первым как бы таким вот ощущениям, вот сейчас, которые я переживаю в распаковке, могу сказать, что устройство действительно мне уже начинает нравиться. Конечно, о всем об этом я расскажу в видеообзоре. И для того, чтобы его не пропустить, вы можете подписаться на мой канал, если вы не мой подписчик. И также обязательно в описании к этому видео я добавлю ссылку на видеообзор, когда он будет. То есть это будет приблизительно через неделю после распаковки. И тест видео, тест фото, как идут игры, все по полной программе, как у меня заведено на моем канале. Спасибо вам за то, что смотрели. Надеюсь, это видео было интересным для вас. С вами был я, Владимир Тишевский. Всем пока. До скорых встреч в новых видео.